Что, Рачишка, YouTube платить перестал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин. Деньги нужны. Сам знаешь, в Warface хочу вернуться. А как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком. Это я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу, май! Работа подождет! Значит, разработчики прислушались к тебе и все-таки ввели новый USAS. Похоже, именно так, капитан Очевидность. Но это не совсем USAS, это какой-то гибрид USAS-а, Origin'а и SIX-12. Да, приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, с вами Ракутагин и капитан Очевидность. И вот ввели нам очень странный дробовик. Новый Cobra Striker, который я в свое время прозвал лейкой для цветов. Но если классический Cobra Striker поджигает жопу своему владельцу, то новый дробовик будет поджигать жопу всему Warface'у. С виду неказистый, закрывающий, сука, почти пол экрана, он обладает некоторыми весьма странными и в какой-то мере в некоторых ситуациях поистине имбовыми свойствами. По ТТХ мы видим, что здесь в целом все в ажуре, но особняком стоит темп стрельбы. Ой-ой, Бундестаг. Именно за счет этого темпа данный дробовик в своем геймплее похож на Сайгу 12S во времена, когда на нее ставили макрос. Заряды дроби он выплевывает просто один за другим с нереальным темпом. И поле битвы превращается в настоящий ад. Ну, с темпом ясно. А что с ваншотом? Хороший вопрос, мой друг. И да, друзья, потрясающий темп стрельбы компенсируется таки весьма нестабильным ваншотом. Я даже более того вам скажу, чаще всего вы будете не ваншотить. То есть это дробовик, который не про ваншот. Он вообще не на это рассчитан. И это, с одной стороны, очень странно, а с другой стороны, когда начинаешь играть, через пару каток понимаешь, как с ним надо играть. И геймплей здесь скорее похож на вепрь, нежели даже на USAS какой-нибудь. То есть ты не рассчитываешь на ваншот, а просто бешено кликаешь по левой кнопке мыши. И вот странность. Противники отлетают, причем очень быстро. Но еще больше он удивляет на дистанции. Этот дробовик напоминает мне SIX-12 или Origin после его апа. То есть сносит противников на снайперских дистанциях. Это не шутка, абсолютно. Если какая-нибудь условная чапа может вам подарить прекрасные три ваншота вблизи, чем лейка для цветов похвастаться не может, то с другой стороны новый дробовик может перестрелять, пожалуй, пару чап на дистанции. Да-да, он просто фантастически дамажит на дистанции. И на этой нарезке, кстати, вы можете наблюдать, как пару раз я перестреливался со снайперами. И более того, я их перестрелял на их дистанции. Могу сказать, что дробовик очень странный. И, кстати, есть еще одна особенность. Он потрясающе кучно лупит от бедра. Представьте себе, примерно на дистанции инженера, то есть каких-то таких ближний-средний, где, в общем-то, дробовики уже не такие крутые, этот дробовик мало того, что за 2-3 выстрела сносит, так это можно делать от бедра, не входя в прицел. Фантастиш, деточка, да? А модули есть какие-нибудь топовые? Да, капитан Очевидность, у него есть один уникальный прицел. И, ребята, прицел этот печален просто до безумия. Отвратительно нарисованная, закрывающая пол экрана труба с отвратительным красным кольцом внутри. Боже, какой художник и дизайнер рисовал это, я не представляю. Какой-нибудь пятиклассник на уроках рисования, наверное, сделает лучше, без шуток. Это просто страшно, это ужасно. А еще при выстрелах этот прицел так подпрыгивает, что лучше его вообще не использовать. Ну вообще не использовать, с ним нереально играть, это полная жопа. Поэтому я мучиться не стал и поставил классический Моджи Зиро. Все сразу пошло по маслу. Не без косяков, значит. Ну а что в целом скажешь про этот дробовик? Вот это сложный вопрос, капитан Очевидность. Друзья, как я уже говорил, это дробовик странный. Как его оценивать? С одной стороны, вот ты выскакиваешь на какой-нибудь киллтек или на какой-нибудь Mach 7 Special, там на чапу, и вроде часто отлетаешь. А с другой стороны, ты встречаешься с этими же ребятами, но на дистанции уже инженера. И чапа, и киллтек, и все остальное тут же сосет. То есть это странный дробовик, который вообще можно было давать инженеру. Это дробовик инженерных и даже штурмовых дистанций. Он явно не топ-1 на дистанции медика, потому что он не ваншотит. Но за пределами дистанции медика, это, наверное, дробовик номер 1 в игре. Само его появление вызывает много вопросов. И мне очень интересно, откуда человек
исчерпался креатив для такой пушки. И пахнет тут явно не зеленым чаем. Но в любом случае, так или иначе, как минимум, это оружие интересное. Оно с неповторимым геймплеем, оно сочное по-своему. Прицел, конечно, бы довести до ума и сделать что-то вменяемое. Ну а в целом, знаете, скорее хвалю. Очень необычный дробовик с очень необычным геймплеем, при этом вроде не имбовый, а вроде имбовый. Впрочем, это не удивительно. Наступила эпоха Алодосов, и с каждым днем странностей все больше.